Слышно? На 17 число. Девочки, расскажите, пожалуйста, что нужно на 17 число готовить. Рассказ о себе. Ты убежала? Да, а мы сейчас уже все уходим. Ну, ладно, пока. Так, все, что мы со всех справились, разобрались. Девочки, давайте я слушаю ваши вопросы. У нас есть еще 5 минут. Спрашивайте меня. Я вас уже поспрашивала, теперь вы меня спрашиваете. А перерыв будет между группами? Можно я? Да, да. А вот если ты вдруг не справляешься, то есть ты поделал упражнение, и все равно уже какой-то страх, это нормально или может... Это нормально. Плохо, когда этого страха вообще нет. Это не страх, это волнение. Волнение должно присутствовать. Смотрите, девочки. То есть, когда у тебя вообще нет страха, то есть это значит, ты себя считаешь уже... Выше. Не то, что выше, просто ну, тебе безразлично то, что ты делаешь. Вот страха нету. Я даже сюда к вам на занятия прихожу, я нервничаю, я волнуюсь. Но как только я вас вижу, начинаю рассказывать, что-то открыла, только первое слово вот сказала, и все. И вот оно как рукой сняло, все прошло. Я вам говорю, что когда вы выходите, вы будете волноваться. Это нормально, это хорошо, что вы волнуетесь. Вот когда руки трусятся, это нехорошо.